Так, здравствуйте, уважаемые участники нашей школы. Я рада и благодарна вам, что сегодня вы присоединились к нашей четвертой лекции. У меня на часах уже 15:00, поэтому я предлагаю нам с вами начинать. Я веду запись этой встречи, поэтому все, кто не смог присоединиться к нам для разговора онлайн, посмотрят нашу встречу в записи, но наверняка им будет менее интересно, чем то общение, которое мы с вами сегодня будем вести. Ребят, давайте я еще раз представлюсь. Меня зовут Анна Бородулина, я программный директор школы, руководитель отдела музейной педагогики Ельцин-центра, откуда сегодня и веду нашу встречу. Как я уже сказала, четвертую общую встречу нашей онлайн-школы «Новый цифровой музей». Ребята, в чатик скиньте мне плюсиками, хорошо ли меня слышно, хорошо ли меня видно, все ли у нас в целом в порядке. И если, спасибо большое, и если вы готовы, то мы будем начинать. С вашего разрешения, спасибо большое за вашу реакцию, я начну демонстрацию своего экрана. Как обычно, свой разговор буду подкреплять картинками, визуальным материалом. Итак, ребят, мы с вами сегодня начинаем уже второй блок нашей школы. Вчера вы сдали для финального комментирования свои научные концепции, основополагающий, самый первый документ, над которым вы работали в нашей школе. Надеюсь, что работа прошла успешно, да? Ваши наставники обязательно, может быть, уже кто-то посмотрел, кто-то еще посмотрит эти документы, но в целом, да, вчера работа над научной концепцией была завершена. Вы будете ее дорабатывать, возвращаться наверняка к своей научной концепции чуть позже, да, но в любом случае сейчас мы с вами начинаем этап нашей школы, второй блок, да, нашей школы, в рамках которого будем заниматься созданием тематика экспозиционного плана и архитектурного плана нашего будущего музея. Ребят, традиционно, как мы с вами уже, я надеюсь, привыкли, работа над этими документами будет вестись по следующим направлениям. Нас с вами ждет в этом блоке 4 общие лекции. После каждой общей лекции мы даем вам домашнее задание. Я надеюсь, что вы уже поняли, что домашнее задание, оно всегда работает на вас, оно работает на создание документа финального, да, и, как правило, даже напрямую соотносится с какой-то частью документа, да, который вам нужно разработать. Ну, в общем, в целом, да, домашнее задание мы пытаемся сделать максимально полезным для вас с точки зрения самого конкурса. Ребят, я напоминаю, что домашнее задание вы выполняете самостоятельно. Да, это очень важно. Я проговариваю это в самом начале нашего разговора. Ваши наставники всегда видят, да, всегда замечают, когда текст вашего документа сделан не вами, да, а, допустим, вашими кураторами от школы. Ваши наставники на индивидуальных консультациях всегда понимают, да, ваш этот текст, посмотрели ли вы потоковую лекцию или нет. Ребята, уважаемые кураторы от школы, я напоминаю, что самостоятельность – это один из важных критериев при оценке финального проекта. И самое главное, я должна сказать, что это условие
вашего нахождения в онлайн-школе «Новый цифровой музей». Поэтому я думаю, что вы все стараетесь выполнять домашнее задание самостоятельно и на консультациях с наставниками, которые, безусловно, на этом этапе нас тоже ждут, вы будете показывать им, насколько вы уже вникли в тему, да, сделали домашнее задание и приходить на консультацию с наставником с обдуманным, да, домашним заданием и ответами на те вопросы, которые домашнее задание, как правило, содержит, да, все время вопросами их на домашнее задание вам формулируем. Ну и, ребят, конечно, в итоге нашего второго блока у нас появится тематика экспозиционный план будущей экспозиции и архитектурный план. Ребят, ну и сегодня у нас с вами такая базовая лекция. Мы с вами сегодня будем говорить о, ну, таких, наверное, самых простых для вас вещах. Я люблю простые лекции. Я думаю, вы тоже их любите, да? Ничего сложного сегодня не будет. Самые-самые основы мы с вами обсудим. И основа любой музейной экспозиции – это музейный предмет. Помните, Ирина на прошлой лекции вам говорила про принципы построения экспозиции, и главным, как мне кажется, принципом, да, является, собственно, предметность экспозиции. Ну и, ребят, как всегда, вопрос к вам, да, какими свойствами должен обладать музейный предмет? Какой он музейный предмет? Если у вас есть возможность, включайте микрофоны, говорите свое мнение по этому поводу. В принципе, я открыла чат, буду стараться туда тоже смотреть. Итак, ребят, давайте, расскажите мне, какой он музейный предмет? Ну, он должен отражать тематику музея, соответствовать ей. Супер, отлично. Во-первых, музейный предмет, он должен отражать, ну, давай так, тематику музея. Ну, например, музей посвящен какой-то эпохе, да, или какому-то явлению, да, и музейный предмет должен отражать эту эпоху или это явление. Да? Согласна? Так, конкретизирую, да, немножко. Еще. Ну, отражает, молодец. Еще. Все без разбора предметы, которые отражают эпоху Отечественной войны 1812 года, все попали в музейные экспозиции. Ох, никакой музейной экспозиции не хватит, чтобы втиснуть в себя все эти предметы. Давайте. Ну вот, отлично. Надежда, спасибо. Наверное, да, музейный предмет, он несет какую-то ценность, да, он представляет, с одной стороны, какую-то уникальность, да, с другой стороны, и репрезентативность, ну, то есть, что отражает эпоху, как мы с вами сказали, да, свойства, его еще ученые называют, да, репрезентативность. Он, с одной стороны, конечно, уникальный, да, понятно, но, с другой стороны, типичный, да, то есть, посмотрев на этот музейный предмет, мы с вами можем впечатление об эпохе сформировать. Хорошо, ценность, целесообразность, отлично, хорошо, но это соотношение с темой музея. Угу, давайте. Ну, конечно, ребят, ну, конечно, спасибо большое, Ника, не вижу. Ребят, ну, конечно, предмет должен быть интересным, он должен быть привлекательным, да, это тоже очень важный фактор для размещения предмета в экспозиции. Супер, спасибо большое, не знаю, кто вы, уважаемый участник, который мне об этом написал. Ребят, ну, давайте очень быстренько посмотрим, да, и базовые принципы, свойства музейного предмета, я вывела, ну, во-первых, он вообще несет информацию, да, он обладает свойством информативности, он эмоционально на нас воздействует, да, он для нас привлекателен и для посетителя и интересен, и он отражает эпоху или явление, о котором рассказывает. Да, это базовые свойства. Ну, конечно, есть много, да, других свойств музейного предмета, о которых мы с вами можем рассуждать, да, ну, вот базовые которые вы сами мне назвали.
Ребят, ну а скажите мне, пожалуйста, музейный предмет, он всегда, он родился и прожил жизнь в музее? Или до своего попадания в музей он существовал как-то по-другому? Кто мне может ответить про жизненный цикл музейного предмета? Давайте. Как вы считаете? Ну, это простой вопрос, да, я думаю, всегда ли музейный предмет был действительно музейным предметом? К вопросу, кстати, еще о важных свойствах. Давайте. Чат пишите. Куда-то чат закрылся сейчас. Голосом, может быть, кто-то хочет сказать? Ребят. Экспонат может представлять собой какой-то предмет быта, например, или артефакт, но в то же время он может быть создан специально для выставки или экспозиции музея. Спасибо большое. Ну да, совершенно верно. Музейный предмет, как правило, да, его жизнь, она все-таки не начинается в музее, да. Жизнь музейного предмета может начинаться в мастерской художника. Да, художник, например, может создавать, ну, художник, я условно говорю, может создавать специально для музея, для выставки, но все-таки жизнь этого предмета начинается не сразу в музее, да, даже если задуман этот предмет для музея. Но все-таки в основном, спасибо, Надежда, вам большое, вы правы, предмет музейный, да, до того, как попасть в музей, он живет своей жизнью, да, он находится в среде, да, и создан в среде, о которой как раз-таки нам рассказывают. Ну, часто говорят, используют такое слово, как бы бытование, да, то есть существование в определенных условиях. Помните, мы с вами говорили о том, что важным свойством музейного предмета является его способность отражать эпоху или явление. Ребят, ну это свойство связано именно с тем, что этот предмет появился именно в ту эпоху, да, и впитал в себя свойства этой эпохи, да, то есть предмет, который рассказывает нам о войне 1812 года, он оттуда, из 1812 года. Это предмет реального бытования. Да? Военная форма, перчатка офицера, да? Письмо и так далее. То, что существовало вне музея, прожило свою жизнь там, да, в ту эпоху, питала свойства этой эпохи, и после этого, поскольку эпоха ушла, а предмет-то остался, да, эпоха ушла, люди ушли, а предмет остался, этот предмет попал в поле зрения и в поле интереса людей, которые называют себя историками или источниковедами. Ребят, предмет до того, как стать музейным, становится предметом изучения историков. Да? Еще есть такой термин, становится историческим источником, то есть чем-то, что несет знания о прошлом. Историки начинают его изучать, да, получать информацию об эпохе или явлении, да? Ну, в общем, всячески обрабатывать этот исторический источник, анализировать, целая наука этим занимается. Ну и вот, может быть, потом, после этого, после того, как историки извлекут информацию, да, из этого предмета, они могут передать его на музейное хранение. Это всего лишь один из сценариев жизни музейного предмета, но один из таких распространенных жизненных траекторий музейного предмета. Ребят, на самом деле, не то чтобы музей — это такой дом престарелых для вообще предметов, да, вещей, но чем-то таким, да, отдает. Ребят, значит, скажите мне, пожалуйста, знакомы ли вы с понятием виды исторических источников? И если знакомы, то с какие виды исторических источников вы знаете? Ну, письменные — это летописи, например. Супер! Вот, это вы прекрасная девушка. Как вас зовут? Марта Супрун.
Отлично. Марта, у вас там такой ник интересный? Да, есть такое. Ну, ладно, не буду вас просить переименоваться, буду теперь знать, что вы Марта. Отлично, ребят. Итак, первый очень важный для всех нас, людей, которые занимаются прошлым, да, не только, вид источника — это письменный источник. Ну, вот, например, посмотрите, кроме каких-то писем, да, например, то, что совсем очевидно, да, к письменным источникам относятся, например, газеты, да, книги, какие-то литературные труды, летописи, да, в общем, все, что, да, непосредственно состоит из, и большей части состоит из текста. Конечно, супер информативный для нас источник — это письменный источник. Часто, очень часто музеи внедряют такие музейные предметы, экспонаты в свои выставки, экспозиции. Хорошо, да. Вот это что за вид исторического источника? Как бы вы такой вид назвали? Отлично. Материальный или вещественный, да? Ребят, вещественные источники, собственно, да, вот по понятию вещь, да, названа, ну вот, например, такая каска, да, вещь, вещественный источник, предметный, можно, да, материальный, много терминов, давайте будем использовать вещественный, мне кажется, ну, хорошо отражает суть этого источника, что-то объемное, да, непосредственно, и тоже можно анализировать, вникать в материалы, в размер, в то, что на этой вещи, посмотрите, да, вроде отражено, то есть можно анализировать и узнавать из этой вещи, да, саму эпоху. Ну, это, конечно, не только каски, да, вещественные предметы, любые вещи, от, не знаю, собственно, зданий до монет. Часто в экспозиции тоже присутствует. Вот это что за источник? Это что? Часто в экспозициях. Ну, оружие, военная тематика, как это точно сказать? Это вещь. Нет, оружие относится к вещественным источникам. Угу. А фотография? Отлично, молодцы. Конечно, это фотография, ребят. Фотография — это тоже вид исторического источника и, конечно, тоже очень часто попадает в музейную экспозицию. Ну и по аналогии с фотографией... Ну, видео. Видеоматериалы, да? Видеоматериалы тоже являются... источником. Это может быть какой-то, допустим, какая-то хроника той же самой Первой мировой войны, да, а может быть вот такое вот видео, снятый очевидец, да, очевидец передает свои воспоминания, рассказывает о событиях, кстати, рассказ о событиях — это устный исторический источник, мы его записываем и получаем видео, тоже замечательный источник. Так, ну, хорошо. Давайте вот так попробуем. Аудио. Молодцы. Совершенно верно. Ребят, или еще это называется фонодокумент или аудиодокумент. Тоже, да, для нас источник. И тоже классно, когда именно звуки эпохи присутствуют в экспозиции. Вот такие вот источники, как мы называем. Что это? Ну, давайте, говорите. Я опять чат не вижу. Не понимаете, что это такое? Ну, ребят, это плакат. Это плакат. А вообще вот такой вот массив документов визуальный, созданный художниками, называют художественные исторические источники, причем это не обязательно только плакаты, это, например, те же самые картины, да, и в основном как раз картины, они, конечно, тоже отражают эпоху, ну, во-первых, просто, да, зачастую эпоха просто изображена, да, на картине,
А иногда источниковеды судят об эпохе по материалам, например, по краскам, по рамам, по основам, да, все это тоже несет нам информацию об эпохе. Ребят, итак, мы с вами выяснили, что различные предметы, да, или исторические источники попадают в экспозицию. И, кстати, чем разнообразнее предметный ряд, чем большее количество видов исторических источников используется в экспозиции, тем она интереснее. Да? Разнообразие — это наше все. Ребят, здесь я с гордостью показываю вам экспозицию нашего музея, музея первого президента. И очень большая часть нашей экспозиции, она посвящена 20 веку и рассказывает о событиях, которые происходили, начиная с Первой мировой войны, до, собственно, вот эпохи перестройки. Ребят, а это зал Вождь, и вы уже сразу догадываетесь, что этот зал посвящен периоду становления культа личности Иосифа Сталина, периоду его правления. Давайте мы сейчас с вами как раз-таки проанализируем эту экспозицию. Она, в принципе, достаточно классическая, мне кажется, да, в плане размещения. Проанализируем эту экспозицию с точки зрения видов фанатов, да, исторических источников, которые здесь используются. Итак, друзья мои, первый вид исторического источника, который мы с вами назвали, кто-то мне его назвал, были, вспоминайте. Письменные источники. Отлично. Ребят, как правило, давайте мы найдем сразу глазками письменные источники. Они размещаются все-таки в витринах, да. О том, как размещаются экспонаты, мы с вами будем говорить на других лекциях. Пока просто пройдемся по общим моментам. Ну, вот просто, чтобы вы обратили внимание, что письменные источники, а в данном случае это буквально письма, справки, личные дела репрессированных, здесь в витрине мы с вами можем найти. Предметов здесь не так много, да, ну вот я обращаю ваше внимание, например, на вот такой вот рельеф, книга здесь и так далее. А, ну вот тоже, да, в данном случае предметы, да, вещественные источники разместились в витрине. А вот это, например, фотографии, да, ребят, причем обратите внимание, что фотографии здесь использованы в копии, то есть понятно, что сама фотография в 30-е годы, она такого размера, наверное, не была, да, поэтому все, что в витринах, это подлинники лежат, да, в экспозиции для усиления эффекта мы можем использовать копии и масштабировать их. Да, вот посмотрите, пожалуйста, здесь представлена фотография жены врага народа, да, которая держит на руках своего ребенка, которого в скором времени должна будет отдать в детский дом. Значит, ребята, мы с вами еще говорили о аудиовизуальных исторических источниках, да, фонозвуковых, да, документах и кинодокументах. Вот они, здесь на экране представлены, да. Ирина, кстати, говорила нам, помните, на прошлой лекции о звуковых душах, да, вот у нас в экспозиции тоже звуковые души используются, вот здесь вот я стрелочкой вам показываю звуковой душ, когда ты встаешь под него и слышишь как раз-таки звуки кинодокументов или другие звуки, да, того, что происходит на экране. А одну стрелочку я пропустила, это, конечно, изобразительные, да, художественные источники. Вот здесь, например, я показываю стрелочкой. Такая очень говорящая об эпохе картина, которая называется «Страна в железной паутине». Так, ребят, ну вот если так коротко проанализировать нашу экспозицию, да, мы с вами видим, что в принципе в этой экспозиции представлены разные виды исторических источников, да, разные предметы, и вот эта вот разность, да, она, конечно, очень влияет и на восприятие экспозиции, да, ну и, конечно, каждому предмету
каждому историческому источнику свое место в экспозиции, но об этом чуть позднее. Ребят, значит, я вам показала, а сейчас чуть-чуть подытожу, да, несмотря на то, что у нас с вами такая, мы видим, достаточно классическая экспозиция здесь, тем не менее, она формирует определенное представление об эпохе. Итак, ребят, как мы знакомимся с эпохой, например, в нашем музее? Ну, вот, кстати, я вам чуть-чуть не показала, но мы посмотрим, что каждый, это, кстати, тоже очень важно, каждый зал в нашей экспозиции сопровождает цитата из художественного произведения современника эпохи, которые через художественное слово, да, формируют у нас определенное впечатление. Кинофильмы на экране, где мы посмотрели, да, экран находится в экспозиции, расположены в хронологическом порядке. Мы с вами можем посмотреть как хронику, то есть то, что было создано непосредственно во время события, да, 30-е годы. В данном случае мы с вами смотрим на экспозицию, посвященную Сталину. И затем фильмы, которые снимались о этом периоде в хронологическом порядке, да, тоже можем интересное такое впечатление у себя сформировать, а как, например, в кино показывалась фигура Сталина на протяжении 100 лет, да, как менялся образ, как менялся характер, да, как вообще режиссеры показывали эту историческую фигуру, для нас это тоже интересно. Ну и, собственно, витрины с экспонатами, да, такие классические. А витрины достаточно, которые у нас существуют. Ребят, на самом деле, да, витрины с экспонатами у всех, наверное, в ваших школьных музеях есть, но когда вы будете задумываться о реэкспозиции или новой экспозиции, на самом деле витрины с экспонатами, даже самые классические, можно очень интересно обыграть. Вот у нас, например, в лабиринте есть левая и правая витрины. Посмотрите, пожалуйста, да, с одной стороны, с точки зрения типов, да, или видов источников, они похожи, да, но какую интересную задумку сюда мы вложили. В одну витрину, левую витрину, мы собрали все экспонаты, музейные предметы, которые отражают как бы официальную сторону эпохи, да, то есть какие-то официальные документы, например, конституцию, да, какие-то, что здесь, книга, замечательная книга вот здесь стоит, это стихи, которые посвящены Сталину, тоже очень интересно их почитать, его, собственно, да, барельеф, профиль. Здесь у нас статьи из официальных газет того времени. Ну, то есть вот посмотришь на эти документы, официальные документы, да, и да, один образ эпохи, один образ Сталина, капитана, да, страны Советов, посмотрите, замечательный плакат, да, возглавляет нашу страну, всеобщий любимец, да, если можно так сказать, стихи замечательные, и дети, взрослые ему посвящают и так далее. То есть это один такой взгляд, один ракурс, да, на то время 30-х годов. Но когда мы с вами смотрим в правую витрину, мы чувствуем немножечко другой ракурс на эту эпоху, потому что здесь представлены личные документы. Не официальные статьи из газет или плакаты, а письма, которые, допустим, люди, которые пережили лагеря или находятся в лагерях, пишут своим семьям. Личные дела с записями, да, о преступлениях, зачастую просто, ну, абсурдных. Фотографии, картины, да, и так далее. То есть такой взгляд человека на эпоху, и он получается немножко другой, да, и, собственно, главный герой этого зала, Иосиф Сталин, представляется нам, посмотрев на эту витрину, совсем другим, да. Это я к чему вам все рассказываю, да? Вот этот вот, кажется, принцип контрастности очень примитивный, да? Его можно использовать, он на самом деле очень много показывает.
Вы можете в одной части экспозиции, например, да, собрать официальный взгляд, да, официальное оформление эпохи, не знаю, пионерские горны и галстуки, да, а с другой стороны показать неофициальную жизнь тех же самых школьников, да, чем они занимались, что они слушали, когда они откладывали пионерский горн и снимали с себя пионерский шарф. Ребят, на самом деле принцип контраста, он может быть реализован и через фотографии и плакаты. Смотрите, пожалуйста, это уже зал, посвященный Первой мировой войне, и очень коротко я вам показываю два типа изображений. Плакат «Россия за правду». Смотри, какая здесь война. Она мощная, так, Россия, да, в этой войне, представим в виде мощной женщины с щитом и мечом в руках, которая попирает ногой двуголового змея, да, тут, значит, дирижабли летают, что-то взрывается, больше похоже на салют, правда, да, чем на залп реальных орудий. То есть у нас, когда мы с вами смотрим на этот плакат, официальный, да, плакат отказа государства, то нам сразу кажется, что война, она героическая, она полна энтузиазма, она полна мощи. Россия, конечно, тоже полна мощи. А потом мы с вами переводим взгляд на фотографию рядом. И совершенно другие эмоции испытываем, когда смотрим на эту фотографию. Здесь нет вот этой провады. Да, здесь мало какого-то величия. Здесь уставшие, сгорбившиеся солдаты, которые вынуждены находиться в противогазах, потому что скоро начнется, возможно, начнется газовая атака, пытаются развернуть орудие. Да? И ощущения совершенно другие. И вот на таких контрастах вы тоже можете в виде идеи, да, визуальные материалы располагать. Ну, много что, да. Ну, извините за качество фотографии вечером. Фотографировала плакат, который мы с вами видели, да, Антанта, Военно-политический союз эпохи Первой мировой, прекрасные женщины, три страны, союзницы. Рядом перегруженные телеги беженцев, да, людей, которые вынуждены из-за войны бежать. А здесь две фотографии. С одной стороны, вот она, война на плакате. Опять-таки, воодушевленные солдаты дружно бегут наперевес со штыками в бой. И с другой стороны, солдат, который хоронит своего друга. Ребят, это, конечно, достаточно простой способ, да, организации пространства на контрасте, но когда ты начинаешь всматриваться, то вот этот контраст между официальным и личным, он на самом деле очень по-новому позволяет взглянуть на эпоху или на явление, о котором вы рассказываете. Либо официальная, да, версия истории, либо то, как эту историю переживали люди. Ребят, что еще очень сильно влияет на нас с вами в музейной экспозиции? Само оформление, да? Вот посмотрите, как здесь я дала более общий план той же самой экспозиции. Смотрите, какой здесь использован цвет, да? Посмотрите, какое ощущение вот это вот узкое пространство, темное само по себе, с мелькающими, да, какими-то кадрами, какое все это ощущение, да, создает у посетителя. Ну, вообще, между нами говоря, ощущение дискомфорта, да, и на самом деле это была задумка, да, даже просто покрасив стены в определенный цвет, да, мы с вами можем уже чуть-чуть, да, намекнуть на то отношение, на то, которое, да, у нас, которое мы хотим показать нашему посетителю, на то восприятие эпохи, которое мы хотим донести до нашего посетителя. Это не такие сложные, да, методы, но тем не менее
читая экспозицию вот таким вот образом, да, в кавычках, пока что мы не про тексты говорим, уже посетитель нашего музея начинает понимать, да, что мы хотели нашим музеям сказать. Ребят, ну а буквально читая, да, конечно, тоже мы не должны забывать, что важной частью, кроме всех этих предметов, исторических источников экспозиции, является, конечно, текст, да. Ребят, тексты есть вот такие большие, вводные, да, тексты — это, конечно, и этикетки каждому экспонату отдельно. Ну и еще я хочу обратить ваше внимание, тоже мы и в лекции Ильи, и в лекции Ирины об этом говорили, что важной частью экспозиции может стать, вот, например, такой объединяющий фактор, как хронологическая линия или таймлайн, да, тоже не забывайте, что этот прием вам вполне даже доступен, да, на стене, на полу, нить Ариадны, да, которая ведет через лабиринт российской истории в нашем случае. В общем, в любом случае, на самом деле, если вы какой-то объединяющий элемент придумываете, я просто напоминаю об этом, это всегда очень полезно для посетителя и всегда объединяет, хорошо объединяет все тематические блоки экспозиции. Ребят, ну а теперь, собственно, как вся эта красота, на которую мы с вами посмотрели, как бы в экспозиции выглядит на бумаге. Я вам показываю тематико-экспозиционный план того самого раздела «Вождь», который мы с вами проанализировали на фотографии. Ребят, смотрите, я вам говорила о том, что у нас есть цитата, да, и что вообще... Художественное слово — это всегда тоже такой важный и интересный элемент любой экспозиции. Здесь знаменитые строки Осипа Мандельштама «Мы живем под собой, не чуя страны». В том числе из-за этих строк Мандельштам был подвергнут репрессии. Да? Здесь как раз-таки текст, да, посмотрите, пожалуйста, он тоже отражается в тематико-экспозиционном плане. Ну и поехали уже по экспонатам. Итак, мы с вами видим, что в тематико-экспозиционном плане, например, представлены, ну, там представлено, конечно, все, да, все, что есть в экспозиции. Плакаты, посмотрите, пожалуйста, название, дата появления художник, текст, размер, копия или подлинник, фотография. Так выглядит наш тематико-экспозиционный план. Помните, мы с вами говорили о том, что на стенах у нас размещены копии, они увеличены, да, конечно, кстати, на стене, да, видите, указано расположение. Конечно, в витринах, посмотрите, вот здесь указано, да, расположение, уже стоят подлинники. То же самое, название, размер, копия, подлинник, фотография. Кинофильмы, которые, допустим, транслируются на экране, или хроники, которые вы хотите включить, или интервью, например, которое вы берете и тоже включаете в свою экспозицию, тоже в тейпе тематика экспозиционном плане появляется, да, и вот таким вот образом описывается. Ребят, вначале мы с вами посмотрели на экспозицию, а потом увидели, как экспозиция отражается в тематико-экспозиционном плане, да, а сейчас сделаем наоборот. Я вам вначале покажу тематико-экспозиционный план, а потом мы попробуем с вами понять, как, да, выглядит этот зал, например, в реальности. Вот смотрите, это я вам показываю ТЭП, тематико-экспозиционный план одного из залов нашего музея, который называется «Продовольственный кризис». Он рассказывает о тех экономических проблемах и сложных реформах, которые предпринимаются в нашей стране. Посмотрим, да, ну, экономический кризис, да, сложная ситуация. У нас с вами есть текст, да, который рассказывает о том, как появился этот продовольственный кризис, да, почему, в чем он заключался. Конечно, мы используем фотографии,
да, здесь не загрузилось. Ну, мы с вами видим, да, фотографии. Конечно, мы с вами используем разные вещественные источники, например, талоны, которые выдавались людям ежемесячно на каждый практически вид товара с указанием размера, да, сколько по этому талону макарон вы можете в магазине получить. Снова фотографии, да, посмотрите, вот такая вот скучающая продавщица, да, тяжко, тяжко ей, конечно, работается в условиях продовольственного кризиса, народу много, торговать нечем, печалится, да, и так далее. Что это у нас? Ну, конечно, весы, например, да, могут стать частью экспозиции, которая рассказывает о продовольственном кризисе, что, ну, собственно, некоторые продовольствие кассы магазинов. Ребят, вот, да, показала вам тематика экспозиционный план нашего зала. Сейчас у вас есть несколько секунд, чтобы подумать, как интересно это все выглядит вообще-то в экспозиции. Да? Ну, что как-то выглядит. Есть степ. Подумали, подумали, а я вам показываю. Выглядит оно вот так. И вот так. К чему это я все? Это я к тому, что зачастую на самом деле тематика экспозиционный план, он с одной стороны представляет нам все, что есть в экспозиции, да, все экспонаты, все тексты, которые в экспозиции размещают. Но, с другой стороны, зачастую тематика экспозиционный план не помогает нам представить, а как все эти предметы реально размещены в пространстве экспозиции. Ребят, у нас очень много таких залов, таких тотальных экспозиций, тотально художественных залов. Вот, кстати, еще один из них. Я хочу вас спросить, помнит ли кто-то из вас, как называется такой метод построения экспозиции? А нам Ирина в прошлый раз об этом рассказывала, когда вот так вот тотально, да, кто помнит? Ансамбль. Молодцы, супер, ансамблевый метод, молодцы, спасибо большое. Ребят, ну так раз я вам начала показывать, я хочу еще на примере нашего музея немножечко раскрыть тему сценарности экспозиции, а потом уже перейти, вернуться, да, к тематике экспозиционного плана. Ребят, значит, сценарность экспозиции, мы с вами говорили, это такой очень важный прием, который вовлекает нашего посетителя в события, и как бы человек, посетитель, он течет, да, он как бы вместе с экспозицией, вместе с нами, да, создателями, переживает те или иные события. Вот в нашем случае как это реализовано. Посетитель попадает в такую вот реконструкцию советской квартиры, да, ансамблевый метод построения экспозиции. Видит на календаре 19 августа 1991 года, тут же включается телевизор, на котором транслируется «Лебединое озеро». Очень плохой знак в Советском Союзе, потому что обычно балеты включали, когда умирал очередной руководитель Советского Союза. Тут же начинает звонить телефон. Это наши какие-то родственники, друзья, которые спрашивают нас, а ты видел «Лебединое озеро» по телевизору? Ты уже видел, да? А что это в стране происходит? Тут же включается радио, и по радио мы с вами слышим, что на улицах Москвы собираются толпы людей, и они идут к Белому дому, что-то происходит. Она сваливается огромное количество информации, которую получали люди тогда, 15 августа 1991 года. Нам ничего не понятно, но есть в этой комнате дверь. И вот это огромное количество информации так и подталкивает нас выйти уже из этой комнаты, из этого зала на улицу, на улицы Москвы и посмотреть, что же реально происходит. Именно так делали тогда люди, которые, ну, реально, да, переживали эти события.
А выходя на улицы, наши посетители, да, и люди тогда попадали на баррикады, да. А баррикады, вы знаете, что такое? А, ребят, мы с вами все, да, кто присутствует в музее, попадаем на сторону защитников Белого дома. Мы защищаем, неважно, в исторические события не вникаем, как многие тогда демократические свободы, становимся на баррикады, забираемся на танки, встаем в живые очереди и так далее. То есть как бы снова, да, экспозиция нас толкает примерить на себя роль кого-то, кто тогда все переживал. Завязка в квартире, кульминация на баррикадах во втором дне и развязка в следующем дне, где мы с вами видим, что те события, в которых мы непосредственно только что приняли участие, привели к распаду Советского Союза. Мы с вами видим 15 независимых республик, одна из них — Российская Федерация. Это, кстати, к вопросу о примере сценарности экспозиции, да, раз уж мы начали о нем говорить. Ну, вот возвращаемся к тематике экспозиционного плана, то, о чем я говорила. Да? Ребят, мы с вами уже поняли, что тематика экспозиционный план, и посмотрели некоторые примеры, он, во-первых, показывает нам последовательность тематических разделов. Нам всем нужно составить тематико-экспозиционный план, чтобы понять, как тематические разделы будут располагаться в нашей экспозиции. Более того, тематико-экспозиционный план позволяет нам определить содержание этих тематических разделов. Да? Помните, вот у нас есть раздел «Первая мировая война», да, в нашей экспозиции, раздел «Вождь», да, и так далее. И мы с вами посмотрели, что каждый раздел чем-то наполнен разными предметами, разными текстами, разными историческими источниками. Все это попадает в наш тематико-экспозиционный план. Но еще очень важно, что тематико-экспозиционным планом мы можем пользоваться для того, чтобы, во-первых, создать экскурсию в скором времени по нашей экспозиции, а также для того, чтобы представить, как наш посетитель будет двигаться в будущей экспозиции, каков будет его маршрут. Но, ребят, как я уже вам сказала, тематико-экспозиционный план – это важнейший документ, но документ, который не дает нам представления, полного представления, хотя колонка расположения экспоната есть в ТЭПе, да, все-таки не дает нам полного представления о том, как выглядит зал. Да, мы уже поняли это. Посмотрели вначале на ТЭП, да, потом посмотрели на фотографию экспозиции, и как-то, мне кажется, не совсем совпало у нас это все в голове, да. А, ребят, вот помогает именно определить расположение экспонатов в пространстве такой документ, который называется архитектурный план. Я вам показываю как раз-таки архитектурный план нашей экспозиции. Он, у нас большая экспозиция, поэтому вы... Да, не ориентируйтесь на этот архитектурный план, когда будете вообще работать сами. Но просто чтобы вы понимали, да, что архитектурный план – это, собственно, план, во-первых, самих помещений, да, с указанием. А он как раз-таки уже поможет нам в пространстве представить, да, как расположились экспонаты в зале, как расположились витрины, как расположились интерактивные зоны, мультимедиа-зоны. Все это вы можете отразить на архитектурном плане. И об этом мы с вами будем говорить уже в другой раз. Это просто, чтобы вы почувствовали разницу, что нам дает ТЭП, тематико-экспозиционный план, да, содержание экспозиции, все предметы, и что нам дает архитектурный план, их расположение, да, образ экспозиции. Ребят, об этом мы будем говорить дальше, да, видите, у нас с вами следующие лекции посвящены как раз-таки мультимедиа-решениям и, собственно, вариантам размещения материалов экспозиции, по всем этом мы будем говорить, сегодня нужно чуть-чуть подробнее про ТЭП. Ребят, у вас есть, и вы об этом прекрасно знаете, документы, которые называются «Рекомендации к составлению», в том числе тематика экспозиционного плана. Так вот, ребят, нам нужно будет с вами сделать, ну, понятно, титульный лист,
оглавление, но самое важное – таблицу с перечнем экспонатов и материалов, которые будут в нашей экспозиции. Мы, как организаторы конкурса, попросим от вас в этом ТЭПе отразить в вашем ТЭПе, в ТЭПе, который вы будете представлять на конкурс, отразить три тематических блока экспозиции и в каждом из них описать минимум 5 экспонатов. Как вы будете это делать по этому образцу? Мы с вами видели образец ТЭПа, который существует в нашем музее. На самом деле, какого-то такого единого для всех музеев мира ТЭПа не существует, и слава богу, да? На самом деле, у каждого музея ТЭП разный. Поэтому я вам показала наш, но мы с вами будем работать вот именно по этому образцу. Угу. В нашем ТЭПе, в нашей таблице будут отражены, как мы с вами уже сегодня несколько раз сказали, во-первых, разделы, да, минимум 3. В нашем ТЭПе будут тексты к разделу, да, то есть общий текст. Вот, например, у вас 3 раздела вы запланировали, у вас, значит, в ТЭПе появится 3 описательных текста. В каждом разделе у вас будут экспонируемые материалы, то есть, собственно, экспонаты, да, сложно писать. 5 на раздел, то есть 15 в общем. Характеристика экспоната. Ребята, еще раз, мы с вами посмотрели, да, что нам нужно в характеристике экспоната написать, ну, что это, в конце концов. Фотография, плакат, предмет и так далее. Указать размер. Видели, да, что указывается размер? Конечно, указать, копия это или подлинник. Сделать фото экспоната. Тоже видели, да, вставить в ТЭП. Ну и, если мы уже можем это сделать, определить место расположения. Примечание, всегда есть такой последний, самый правый столбик в ТЭПе, ну, это для каких-то особых комментариев, по сохранности, например, да, или использованию, здесь можно будет помечать. Ну, это всегда классически есть, поэтому мы его тоже включаем. Ребята, вот, собственно, это то, над чем вам предстоит работать, вот на этом слайде, то, над чем вам предстоит работать в следующие 2 недели. А теперь, собственно, к домашнему заданию. Ребят, мы с вами начинаем работать над тематико-экспозиционным планом, и у нас 3 первых важных действия. Во-первых, мы с вами должны конкретизировать наши тематические разделы и названия к ним. Итак, ребят, вы в научной концепции вообще-то уже это сделали, да, если я не ошибаюсь. Конечно, сделали, вы большие молодцы. Нам теперь с вами нужно придумать точно название, ну, насколько это возможно, да, этих тематических блоков, как минимум 3. Помните, да, что у нас есть заголовок текста, да, например, по аналогии, да, то есть цель всей нашей экспозиции, ну, я не знаю, например, вот в нашем случае то, что я вам показывала, история 20 века, да, заголовок текста, заголовок экспозиции. Тематические разделы — это подзаголовки, да, например, у нас это там, Первая мировая война, революция, гвоздь, да, то, что мы с вами посмотрели, и так далее. Под заголовки текста, вам нужно еще раз над этим всем подумать, потому что это, во-первых, появится в углавлении ТЭПа, да, ну и в самом ТЭПе, конечно, тоже. Ребят, более того, вам нужно не просто придумать название, это тоже большая работа, между нами говоря, нейминг, отдельное искусство, будем об этом говорить еще, но вам еще нужно для себя сделать, ну, для себя, для наставников, да, сделать короткое описание каждого из этих 3 разделов. Очень короткое, посмотрите, не более 5-6 предложений. Угу. Ну, то есть, вот у нас есть, допустим,
тематический раздел «Вождь», да, и вот короткое описание раздела. Этот раздел рассказывает о Иосифе Сталине, о том, как он пришел к власти, как формировался культ его личности. Все. Да, короткое описание. Пока просто, чтобы мы понимали, что там внутри будет, да, нам это поможет. Потом это короткое описание мы превратим уже в нормальное, красивое, более такое художественное описание, которое может появиться в самой экспозиции и войдет в ТЭП. Ну, ребят, и третье, вам нужно начать работать над списком экспонатов, которые попадут в экспозицию. Ребят, это уже большая работа. Пока, я вам напоминаю, вы должны будете обязательно описать 15 экспонатов, как минимум, да, которые попадут в ваш будущий музей. Но в данном случае, вот пока что, на этом этапе, мы их не описываем, да, вот так вот, по этой табличке, мы их не описываем. Мы пока делаем просто список, да, то, что у нас есть, то, что коллекция, да, то, что нам подходит по смыслу нашим разделам, которые мы спланировали. Да? А какие-то, как я уже говорила, да, предметы, фотографии, плакаты, хроники, интервью и так далее. Ну и, ребят, а если у вас коллекции нету, да, если вы создаете музей с самого нуля, то вам все равно нужно составить список, да, просто наименований тех экспонатов, которые, ну вот, подходят для реализации вашего замысла. Да? Ребят, то же самое. Я вас пока что по количеству экспонатов ориентирую на 15, потому что это, ну, собственно, вот максимум. Если вы сделаете меньше, ничего страшного, да, я имею в виду к встрече с куратором, он вам подскажет, но начать создание этого списка вам нужно уже сейчас, потому что что-то вы обсудите с куратором не подойдет, что-то нужно будет заменить, а что-то нужно будет найти. И закончу я нашу встречу вот таким вот слайдом. Он называется «Способы комплектования» и предназначен, во-первых, для тех, кто хочет, ну, создать музей с нуля, да, вам нужно будет комплектоваться, а также для тех, кто хочет расширить свою коллекцию, ну, какими-то новыми экспонатами, или та идея, да, новая идея, которую вы придумали для своей экспозиции, ну, она настолько новая, да, что к ней нужно еще чуть-чуть привлечь различных экспонатов. Ребят, на самом деле способов комплектования много, это такие не самые традиционные, но зато это те способы комплектования, которые вы 100% можете сами использовать в своей практике, в своей деятельности. Давайте я сконцентрирую ваше внимание на этом. Ребят, во-первых, я вам советую, если вы задумались над поиском экспонатов, да, для музея, для новой экспозиции, для включения их в ТЭП, не забывайте, да, я советую вам обратиться в первую очередь к семейным архивам, своим семейным архивам учащихся, одноклассников, друзей, выпускников, учителей. 100% там что-то найдется по вашей теме, да, там на антресолях у людей много что хранится, поэтому коммуницируйте, помните, да, спрашивайте, просите людей, говорите, что это вообще очень хорошее дело, расхламление квартиры, наверняка что-нибудь из того хлама, в кавычках, да, на самом деле ценных экспонатов вам пригодится. Второе, ребят, вы можете обращаться в городские краеведческие музеи, возможно, в их коллекциях или их фондах найдется что-то, что они могут передать вам на временное хранение, да, с одной стороны. У них нет возможности показывать, а в вашей теме, в вашей новой экспозиции может быть представлено, да, и сыграть тут классную роль. Ребят, не забываем про интернет-барахолки. Авито – прекрасный способ пополнения экспозиции, между нами говоря.
люди действительно либо выставляют и дарят, либо выставляют и продают за небольшие деньги различные вещи, предметы, которые могут вам пригодиться. Вот скажу честно, мы, например, в нашем музее Авито изучаем, потому что различные предметы эпохи 90-х, да, позднего Советского Союза, люди, которые переезжают из старых квартир в новостройки, часто продают на Авито. Пользуйтесь этим ресурсом. Да, ну, конечно, то, о чем мы с вами уже сами проговорили сегодня в самом начале, мы можем сами создавать экспонаты для нашего музея, да. Это называется так сложно инициативное документирование, да, то есть мы сами берем и запечатляем что-то. Инициативное документирование. Конечно, это можно делать, да, можно снимать интервью, можно фотографировать, да, можно что-то рисовать, обращаться к художникам и так далее. То есть, в принципе, создавать экспонаты для музея, и это нормально, это очень классно, и тоже пользуйтесь инициативным документированием, если вам что-то нужно добавить в экспозицию. Ну и, ребят, всегда общий клич, публикация клича о сборе в социальных сетях вашего музея, вашей школы, на личных страницах, да, партнеров и так далее. Все это тоже может помочь расширить вам вашу экспозицию, вашу коллекцию. Возможно, это не войдет все, что вам там передадут, а, например, не войдет в новую экспозицию, но все равно пополнит вашу коллекцию и станет, например, хорошим заделом для временных выставок, почему бы и нет. Поэтому всем этим вы можете пользоваться, я вам советую это делать. Ну, а сейчас возвращаюсь на страницу домашнего задания. И на том нашу лекцию заканчиваю. Уложилась ровно 60 минут. Надеюсь, вы мною гордитесь. Ребят, если у вас есть какие-то существенные вопросы, на которые вы бы хотели, чтобы я ответила сейчас, пожалуйста, я готова это сделать. В чате ничего не появляется. Если можете, пишите в чат. Если можете, проговаривайте голосом, если писать неудобно. Я готова ответить на ваши вопросы по домашнему заданию, по новому тематическому блоку, по вообще ТЭПу. Угу. Поняла, Лена, поняла вас. Фото сейчас вообще не нужно прикладывать. Вот сейчас просто список. Один. Фотография И.В. Сталина. Два. Плакат «Капитан страны Советов». Просто название экспонатов, которые могут войти в вашу экспозицию, подходят вам по тематике. Вы потом с куратором этот список прошерстите, посмотрите, что подходит, что не подходит. И если вы уже останавливаетесь на этом экспонате, что все, да, мы, наверное, точно хотим, чтобы этот экспонат попал в экспозицию, тогда вы вносите его в ТЭП, и вот в ТЭПе уже понадобится его фотография. Да? Но даже если ее не будет, тоже на самом деле не так уж и страшно. Да? Сейчас мы с вами говорим об этом домашнем задании, которое на экране представлено. Просто список без фотографий. Лена ответила на вопрос? Плюсик-минусик поставьте, пожалуйста. Угу, все. Ребят, ну, в общем, если у вас вопросов нету, я предлагаю нам расстаться. Следующая наша лекция пройдет 2 ноября. Она будет посвящена мультимедиа в экспозиции. Мы с вами поговорим о мультимедиа. Ну, не мы с вами, вы со специалистом будете разговаривать. Да? Она будет вам рассказывать о том, какие решения существуют для современных музеев, какие самые распространенные, популярные, да? Начиная от видеомэппинга, заканчивая VR-ом и дополненной реальностью в том числе. Все это вас ждет на следующей лекции. А пока, пока все.
выполняйте домашнее задание, пожалуйста, делайте это самостоятельно, радуйте своих наставников, я желаю вам удачи и хорошего дня, хорошего вечера, спасибо, что послушали меня сегодня, мне было, как всегда, приятно с вами пообщаться. Все, всего доброго вам!